Уважаемые зрители, участники, в нашем зале прибавилось олимпийских чемпионов. Я представляю вам одного из сильнейших борцов в истории вольной борьбы Советского Союза, олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР Анатолия Белоглазова. Вольная борьба. Let's go.
видишь? Я тут Тамаш пристаю. Победу попала одержала Рахметулова Ольга, Россия.